В жопу это ваше счастье. Думаешь, Пикассо был счастлив? Или Хемингуэй? Ни одно достойное произведение искусства не родилось благодаря счастью. Поэтому мы такие жалкие мудаки. Так ты в курсе, что ты жалкий мудак? Я же не совсем идиот. Конечно, в курсе. В мире осталось всего одно место, где можно проявить кодохром. Лаборатория Дуэйна в Парсонсе в Канзасе. Твой отец нашел 4 пленки, которые он отснял очень давно, и он хочет, чтобы ты поехал с ним. Да я его лет 10 не видел. Он умирает. Погнали, солнце уже высоко. Ты тоже едешь? Но не тут же проявлять будем. Эд Харрис великолепен. Он один из величайших современных фотографов. Я помню каждый свой снимок. Все до одного? Да. Когда у меня день рождения? 19 февраля. 19 февраля. Сильно и увлекательно. Своего отца стоит знать, даже если он полный козел. Поверните к автостраде 80. Дай-ка мне эту штуковину. Совсем охренел? По старинке поедем. Джейсон Судейкис – непревзойденный актер. Твоя бывшая комната. Ага. По музыкальным вкусам можно узнать прошлое человека. Да, я был угрюмым подростком. Мне так не кажется. Эд Харрис. Я никогда не утверждал, что я хороший муж и отец. Джейсон Судейкис. У тебя была отличная жизнь. Элизабет Олсен. Не стоит зацикливаться на прошлом. Я на многое в жизни забывал. И мне это надоело. Снимай, чтобы остановить время. Увековечить мгновение. Почему ты поехал с нами? Чтобы узнать, правда ли ты такая скотина, какой я тебя считал все эти годы. Ну и как? Оправдал все ожидания. Кодохром.